Если вы хотите узнать мое мнение по поводу, демократичны ли у нас выборы или нет, я считаю, что демократичны. И наоборот, в некоторых странах, ну, например, в вашей стране, разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того, чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, используя в том числе и судебные инстанции? У нас нет предпочтения ни к одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки. Мы будем работать с тем, кому окажут доверие избиратели. Но использование административных ресурсов, судебной системы, ну это же стало просто смешным и позором на весь мир для Соединенных Штатов и для вашей демократической, так называемой, в кавычках, системы. Я имею все основания полагать, что никакой демократии, во всяком случае, в ходе предвыборных процессов в некоторых странах Запада, в том числе в Соединенных Штатах, сегодня мы не наблюдаем. Поэтому примите ответную шайбу.